числа была действительно победа нашего единства. И, соответственно, сейчас это как нельзя. Слава Богу! Добрый праздник! Вот, какой сегодня праздник? Праздник. Сегодня это праздник, ну он так себе, а наш донской праздник казаков. Икона Казанской Божьей Матери. Вот какой праздник сегодня. Да, она, которая помогла казакам и обалдению. Минина и пожарство в 612 году поляков сделали. И пошла поговорка. Пришли казаки с Дону. Погнали поляков к Дону. Наш казак, он молодец. Поэтому, как нельзя, кстати, праздник примирения сил, которые сейчас пытаются разъединить. И мы, в частности, казаки, мы выступаем только за объединение, всех здоровых сил, которые присутствуют, чтобы сейчас вот этих вот внешних воздействий со стороны Запада, со стороны либеральной оппозиции, которая всегда выступает. Мы должны с помощью объединения всех добрых начал создать единую силу, которая поможет нам в дальнейшем укрепить, создать нашу Россию, наш казачий Дон, а казаки, как всегда, известно, являлись оплотом России в самые трудные времена, они приходили. Кстати, когда было восстание Минина и Пожарска, именно казаки поддержали. Во времена Куликовской битвы засадный полк был из казаков. Поэтому все самое лучшее, самое правильное. Ну и мы, как всегда, участвуем в охране общественного порядка и сейчас, и в городе, и везде. Спасибо большое, спасибо. 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 Спасибо.